Полин, как тебе колледж? Ну, я будто бы на заводе немножечко, но пока что не буду жаловаться. Где? Сюда куда-то, да? Да. А, он тебе столовая видела сразу. Перекусь. Ну да, ребята, такое чувство, что мы по заводу ходим. И наверх, да? Ребята, ну колледж, короче, это не колледж, а завод какой-то. Вот реально мы пришли на завод, такое чувство, что детей сразу готовят к работе жесткой. Да, Зай? Да, вообще. Ну там, вот, посмотрите, гляньте, колледж. Завод, станки, короче, это просто жесть. Ребята, ну вот класс в колледже выглядит вот так вот. Я не знаю, это, короче, какой-то завод, вот реально. Ну, что я вам хотел сказать, короче, ну, нам не очень нравится. Во-первых, нас поставили перед фактом, мы подавали документы в один колледж, а нам сказали, короче, пришли документы, пойдете в такой-то, такой-то колледж, такого-то числа, и все. Больше нам ничего. Вот мы приехали первый раз, но нам это не нравится, короче. Не знаю, будем куда-то писать, короче, Полина тоже не нравится, она расстроилась. Надо будет теперь узнавать, как ее перевести или в колледж, или куда-то в другое место. Ну, здесь ей вообще не нравится. Жесть.